Да, всем привет, с вами Californication. Сегодня мы будем проходить дальше Death Trading. Это уже получается шестое видео. Мы с вами в прошлом видео перебрались уже на основную карту большую. Вот. И сегодня мы будем с вами там брать задания. Ну, идти дальше, присоединять новые убежища. И смотреть, что у нас там по сюжету. Так. Продолжить. Некоторые убежища, они там совсем недалеко от озерного этого убежища. Вот. И там как раз рядом будет кратер, где был выплеск Хирали вот этого, и был взрыв. Как в первой части, если вы помните, в прологе там, где погиб Игорь, который утилизировал трупы. Вот, точно такой же будет кратер. Только там, по-моему, будут дома, мост какой-то разрушенный. Вот, но там тоже дохера тварей будет. Вот, но у нас сейчас есть гранаты, поэтому как бы пофиг. Единственное, что гранаты, блин, весят, считай, по 2,5 килограмма, блин. Один ящичек. А сколько их в ящичке, я не помню. По-моему, 4 или 5 штук. Вот. На этой карте, кстати, я не помню, в каком убежище открывается грузовик. Кстати, там можно будет сходить в лагерь молов. Он там совсем недалеко. Они там ездят, у них есть, короче, грузовик. Вот, но он такой, там не до хрена в него вмещается, как бы ржавый, но он есть. Они на нем перемещаются, типа один за рулем, знаете, как спецназ SWAT. Вот, короче, можно их задолбать, раздолбать, и грузовик этот отжать у них, короче. Там, наверное, их там, блин, если их будет много, там тяжело будет справиться. Бля, что такая загрузка долгая, я думаю. Здесь надо будет восстанавливать дороги. Здесь потребуется до хрена материала. Блин, а сами видели, вручную носить. Это вообще не вариант. Так, загрузилось. Так, подключить южный узел к хиральной сети. А какой южный? Так, давайте посмотрим письма, что там нам прилетело. Так, почта. Там по-любому лайки, да. А, нет. Это не лайк. Это тоже не лайк. Все. Это нам не интересно. Так, можно очки одеть. Они, конечно, такие стрёмные. Выглядит как-то. Вы знаете, кстати, на eBay можно купить такие очки. Реально. И будете выглядеть так же. По-идиотски. Окей, выходим на улицу. Мы с вами, по-моему,
Мы с вами, по-моему, на первой карте сейчас. Это папа. Да, это столичный узел. Во, смотрите, пока мы не играли, нам 676 лайков дали, короче. Отлично. Но нам это не нужно. Так, гематическая граната. А нахрена мы сюда вообще? Так. Передача карт. Я одну тогда карточку нашел. Один лайк дали. Так. Скромненько. Так, заказы для Сэма. Так мы же испытали гранаты эти. Так. Ну, давайте. Испытаем еще раз. Пакет с кровью. Два возьмем. И гранаты. Пам-парам-пам-пам. Так. Подтвердить. Граната сюда пойдет. А, пакет с кровью вот в подсумок можно. Оп. Так, еще одна граната. Тоже к костюму. Граната к костюму, к бедру. К левому. Так, ну это уже на спине. Все, подтвердить. А моцик у нас остался здесь? Так, гараж. А хер там, блядь. Моцик у нас, короче, походу остался на второй большой карте. Так, стандартные заказы. Срочно. Мы можем по дороге доставить вот этот вот. 2,4 килограмма. А сюда мы тоже идем. Сюда я не пойду. Ну и портовый узел. Давайте... Короче, вот этот возьмем. Нам же лайки нужны здесь. А, вот этот возьмем. И портовый узел 40 килограмм. Хрупкий груз. А, давайте его еще возьмем. Так, все на спину. Подтвердить. Ну вот сейчас я вам грубо говоря, я вам покажу именно как, ну именно не по сюжету, а вот просто покажу, как оно доставки именно доставкой заниматься. Так.
Сейчас я твари по дороге там уничтожу. И, блин, моцика жалко у нас нету. Ну ладно, хер с ним, добежим. Нам все равно через твари идти. Ты веревку вот поставил. Тренировался, что ли, тут? Следов столько. Вон стоит грузовик. Ну, блин, почему нельзя подойти вот, да? Подойти и сесть в него. Ё-моё. Как... Кристаллики. Потом, когда вы прокачаете технику, там есть, я насколько помню, там можно, короче, будет, там можно будет, короче, улучшать, мотоцикл, и вы сможете, по-моему, с мотоцикла прямо собирать, эти, ну, ресурсы всякую. Так, стой, 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 подожди. Блять, желтая. Это глубоко. Но энергия. Я думаю, если. Блин, у нас ни крюка мы не взяли, ни лестницы, да? Ладно, давайте попробуем перейти. Да, здесь глубоко. Видите, ему тяжело идти. И энергия тратится. Но прошли. Так. Вот этот груз я возьму. У меня 130 килограмм еще. До 130 килограмм можно тащить. Все, больше я ничего не смогу взять. Так, нам же нужно заказы тварей. Помните, где мы там одну тварь убили? Короче, нам нужно еще испытание. Испытание. Так. А сколько их нужно убить там? Одну? Подождите. А, перейти в зону тварей. Окей. Тут, мы туда и идем. Вот кто-то, видите, потерял груз, но он уже испорчен, он темпоральным дождем уже уничтожило. И даже если у вас есть спрей, он, по-моему, не спасает уже этот груз, то есть это уже как мусор, грубо говоря. Кристалл он лежит.
блин, дофига набрал, короче. Так, ну вот сейчас пойдет дождь. Видите, туман начался. Сейчас пойдет дождь. Вот он значок поставил, что дождь. Давайте, знаете, как сделаем сейчас? Так, поставить знак. Твари. Вот так вот. Здесь же твари, да? Так мы же испытывали, по-моему, мы же, по-моему, делали это задание, нет? Я же тут гранатой убивал эту тварь. Сколько нам их убить нужно? Ну, убили. Кристаллик собрать. Сейчас соберем. Так, получилось собрать. Так, окей, собрали. Ну и все, пойдемте дальше. Еще одну тварь убили.
Так. 5 гранат в одном ящичке. Видите, через них несложно пробираться. Поэтому на моцике вообще тут пролетаешь в 3.15 мимо них. На максимальной сложности, конечно, ты так не пролетишь, потому что они начинают вылазить из-под земли и хватать тебя там за колеса. Это, короче, не такую хуйню. Вот. А так, кристаллов видали сколько? Блин, капец. Мы, в принципе, прошли. О, ББ смеется, там радуется. Можно вернуться вот здесь вот еще поставить значок, что там твари. Пускай знают. Кристаллы тоже не забывайте собирать, потому что они вам понадобятся потом для строительства, для крафтинга, для ремонта, короче. Когда вы откроете тележки, которые парят в воздухе, я вам про них говорил, они летают именно за счет ваших кристаллов. Поэтому кристаллы это... Да остановись, ё-моё. Это неотъемлемая часть. Их очень много, где вот дождь именно шел, их здесь дофига. Да, жалко бы мотоцикл взяли. А где моя лестница? Я тут лестницу ставил, тут кто-то мост свой построил. Так, мне надо энергетика жахнуть. Так, выпить энергетик. Все, пойдемте. А, по-моему, я спускался вот, вон моя веревка, ее отсюда видно, вон она на горе. И моя лестница вон там стоит. Ну, здесь вот кто-то мост построил, мы по нему перейдем. Вон моя лестница стоит. Там кто-то, кстати, еще рядом поставил лестницу. Ого, 15 минут.
Эй, Сэм. Беги, малорик. Видите, какая тропа натоптанная здесь. Короче, много людей бегало. И уже, ну, реально тропу набегали. Изначально, когда вы начинаете играть, здесь все зелено, все это трава. Сначала тут растет вот такая трава. Видите, вот она, которая растет. Потом становится вот без травы, как просто зеленый цвет. А потом вот вплоть вот тут, ну, до земли прямо протаптывайте. Так. Так, утерянный груз вернем. Тоже действительно. Никакого мошенства, ловкость рук. О. Окей. Так, теперь мы сдаем наш заказ. Доставить. У нас тут был срочный заказ. За него вроде должно нормально лайков насыпать. Сейчас посмотрим. И все? Блять, вы на приколе. 46 лайков. Так, а почему не идеально? А, наверное, на мотоцикле надо было. Типа я 16 минут долго и шел, что ли, блять? Да ну вас в жопу, блядь. Да иди ты в очко, блин. Так, а что у меня тут еще? Так, у нас есть. Нет, туда мы не пойдем ящик строить. Так, мы пойдем сейчас. Я еще не взялся, подожди ты нахрен. Уже пуха накидываешь. В сети, блять. Лестницу достать, да ну нахер. Так, я вот 15 килограмм возьму, доставить до портового узла. Так. Так. Этих у меня еще 7 ящиков. Так, погрузить на спину. Подтвердить. Кстати, пустой ящик надо из-под гранат сдать. Позвоночник в жопу весь. Костями срали. Так. Переработка. Переработать. Так, все, подтвердить. Все, let's go. 108 килограмм. Сейчас нам пробираться через эту молов. Может, стоило сделать этот самый... груз обманку. Хотя, давайте попробуем им пиздюлей дать. Так, нужно идти.
Так, вышка сторожевая нам похуй. Так, сейчас я энергетика бахну. И почему у меня криптобиотов так до хера? А чё ты? А, у меня их нету. Я понял. Так, наверх я туда не пойду. Один ходит по этой стороне, другой по этой. Они через речку перебираются или нет? Я не знаю, но лучше пойти, конечно. Ладно, пойдемте так, что будет, то будет. Если что, загрузимся. Их здесь трое. Вон, бегут, бегут, бегут. Сейчас вот этого первого завалю. Иди сюда. Так, одного завалил. Кристаллы нужны. Так, вот она территория молов. Заканчивается здесь. Они дальше ее, я не знаю, они преследуют нас, не преследуют. У страха глаза велики, смотрите. Бежит, равновесие, похер уже. Ну все, я думаю, дальше они за нами не побегут. Так, вот медиум сайз какой-то есть. Возьмем. Оп, 123 килограмма. Чи. Да ничего не перебор, нормальный. Так, ну нормально, что пробежали мы. Так. Здесь сейчас будут твари. Натоптанная дорожка здесь есть. Поэтому пройдем здесь спокойно. Это чьи следы, не мы с вами тут шли. Так, ботинки уже испорчены больше 50%. Поэтому... Вот видите, трава какая высокая, она везде сначала такая. И в моей лестнице что-то никто не пользуется. Так, надо энергетика жахнуть.
Надо отдыхать. Видите, шкала синяя, там появляется такая пунктирная линия. Так, вот здесь вот, здесь твари, да? Но их почему-то нету, ни дождя сейчас, ничего. Надо ботинки изготовить, поменять, эти уже скоро сотрутся. Оттачим этот. Там вот еще какой-то маленький портовый узел. Маленький груз лежит, тоже можно, наверное, взять его. Эска размер. О, почти 130 кг. Нормально. Так. Блять, за доставленный груз, который вообще не нам принадлежал, дали больше лайков, чем, блять, за срочный заказ, блять. Вот что за хуйня? Ну, как видите, за такие задания, за простые, которые не по сюжету, за них немного лайков дают. Но когда вы набираете уровень связи 5 звезд, у вас доступность построек именно в данной локации возрастает. Вот. Также вы можете разбирать другие постройки. Они же тоже, если вы видите мост, который построили не вы, а в данной локации, да, то он тоже будет использовать хиральную сеть. Вот. И дабы вы ну и вы просто можете построить только ограниченное количество, на которое рассчитана вот хиральная сеть. Если доступно, допустим, 3000, вот, и мост, допустим, весит 600, то вы можете построить там, допустим, там 4 моста и что-то еще другое, там зарядку одну, и все.
Но если вы видите в данной локации постройки других игроков, они также будут занимать эту хиральную сеть. Поэтому, дабы вы построили так, как вам удобно, вы просто разбираете те постройки, которые строили другие игроки. Вы просто их перестанете видеть. И у вас хиральная сеть, она освободится. Как-то так. Так, чтобы выполнить закат испытания снаряжения, гимнигера, переработать. Окей, кристаллы переработать. Переработка, кристаллы. Сколько надо? 100. Давайте 100 переработаем. Да блин. Вот видите, максимально доступна, максимальная возможность, короче. Я вам сейчас покажу. Ого. Уже почти 5 звезд, смотрите. Это круто. Также, когда вы получите 5 звезд, вы получите максимальное, максимальное, грубо говоря, улучшение. Вот. Он нам дал, по-моему, ботинки. Здесь. Так, мы идем в портовый узел, правильно? Я не помню, где энергетик пополнять. Так, строительство мост, мы же построили его. Так, нет. Ничего нету. Стандартные заказы. Есть что-нибудь? Да. Ничего нету. Так, ну ладно, тогда идем. Идем налегке, как говорится. Предлагаю отдохнуть, потому что у нас, видите, энергия тратится и ограниченное количество. И еще я хотел сделать себе ботинки. А, у меня показывает, одни есть. Только я их там не видел. Так, окей. Сейчас посмотрим, ботинки висят. Не, не висят, у нас нет ботинок. Поэтому мы сейчас сделаем... Короче, давайте отдохнем сначала. Восстановим полностью энергию. И потом в портовый узел. Так. Вот, энергия у нас восстановилась. Фляга наполнена. Так, здесь нам больше ни хера не нужно. Выйти. Так, сейчас проверим. Фляга у нас наполнена. Сейчас посмотрим, появились ли задания. Периодически они обновляются. Так, выполняем стандартные. В портовый узел мы идем. Ничего нету, все то же самое. Построить мост не нужно. Ботинки. Изготовить снаряжение. Ботинки. Изготовить. Подтвердить. Так. Все. Все. Идем дальше. Знаете, что еще? Давайте сделаем перераспределение груза. Груз. Подтвердить. Все. Let's go.
Не знаю, там, мне очень нравится эта игра, это моя самая любимая игра, именно из-за сюжета, из-за красоты игрового мира, просто кайфово здесь ходить, бродить. Все говорят, да, ну там чё этот, блядь, что там сверкнуло такое? Видели? Что-то сверкает там. Сверкает гриб, кто-то нассал нахрен. Ну, кристаллики возьмем. Все говорят, да ну там типа, блядь, этот самый симулятор доставщика, типа курьера, такая ерундень, блядь. Блядь, а другие игры, ну какие, к примеру, ну, блядь. Там Евротрак симулятор, Американ Трак симулятор. Ну, блядь, едешь постоянно в кабине. Ну, пиздец. Ну, как бы куча таких игр, как бы. Тем более те игры, они еще и без сюжета. А вот этот мост, сейчас я вам покажу, как разбирать, короче, чужие постройки. Подходите, меню постройки, нажимаете. Разобрать. Потому что этот мост тут нахер не вперся вообще, блядь, еще и недостроенный. Смотрите. Просто вот чувак тратит ресурсы, строит ненужную вещь. Вот смотрите. Здесь везде есть дороги, да? Ну вот уже протоптано, проталины. Бегай не хочу. Нет, блядь, построил какую-то хренотень. Два кристаллика сейчас возьмем. Ну, эска, маленький груз можно взять. Только он идет на ветроэлектростанцию, это он туда наверх, куда мы ходили. Но мы туда не пойдем, мы его доставим в портовый узел, а там уже пускай оттуда сами его несут. Там его смогут подобрать другие курьеры, такие же, как я, игроки. Ну и доставить туда, если кто идет. Либо я потом, когда буду поднимать рейтинг до 5 звезд, я сбегаю туда. Тоже что-то не донесли. Вот там тоже мост. Вот куда они его там построили? Он куда вот он идет? Вот смотрите, вот там стоит мост. Бля, просто вот. Куда его построили? Вот этот мост. Что это? Ну ладно, хер с ним. Мы идем дальше. Там сейчас будут твари, кстати. У нас гранат до хера. Так что пройдем, я думаю, спокойно. Можно вон там через ущелье пройти? Давайте попробуем через ущелье пройти. Только единственное, у нас ни веревки, ни хера нету. Не, давайте вот здесь вот пойдем, потому что мы... Да что мне там какие-то... этот самый... Half-Life. Письма, блядь, что-то предлагают все почитать постоянно. Надо посмотреть. М-ка, груз. Заберем, заберем. Тут, видать, кто-то бежал сверху, уебался, блядь. Знаете, что вот это вот, короче, растение, вот этот сандальник, видите, оно в форме подошвы, короче, там написано, что вы можете его использовать как временную типа обувь, если у вас с собой ботинок нету, а вы можете прилепить эти листки, короче, к себе на,
прилепить к себе на этот самый, на ботинки и добежать, допустим, до убежища, чтобы изготовить их. Если вы где-то там проебались. Так, не будем отклоняться от пути. Наверное, надо было идти туда все-таки. Криптобиоты, вот их. Собирать их, чтобы потом есть. Может, оно восстанавливает энергию. Ну, такой же эффект, как мы, грубо говоря, когда поспали. Помните, да, как здесь на мотоцикле, блин, с отъебанной физикой заезжать, это пиздец. Ну, грузовик, кстати, попроходимее, он по этим камням хоть ездит, блин. И он, кстати, тоже прыгать может. А вот там параллельно идет через ущелье, там можно было идти. Но я, если честно, я не помню, как там спускаться. По-моему, там без веревки и не спустишься. Вот еще кто-то мост построил. Нужен этот мост здесь? Да нет, не нужен, блядь. Ахеральную сеть занимает. А мост, походу, третьего уровня. Хотя нет, этот мост нормально. Да не, не нормально, он тут тоже нахер не вперся. Третьего уровня мост. И вот он. Он зачем? Да не зачем он тут не нужен нахер. Куда и через что он ведет, блять, непонятно на. Разобрать. Дорога идет, вот она идет вниз. Спокойно. Вот ты оттуда заезжаешь. Вот ты здесь вот поехал вниз. Нахера он построил этот мост? Хер пойми. Сможем взять еще вот этот вот ящичек? Да, сможем. Держим равновесие. Уа! Тормози, 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 тормози. Чик. Это тоже маленький сможем взять. Как раз ботинки у нас хватит дойти до этого самого. До комплекса. Вот тоже мост просто на равнине построили, да? Ух ты, нихуя.
Если бы у меня сейчас энергии не было, я бы сейчас кубарем покатился. Пятьдесят четыре тысячи лайков, блядь. За что? 54 тысячи лайков. Просто человек построил мост, блядь, на равнине, нахрен. Да иду, иду сейчас. Все. Мне кажется, так чисто от балды строят, блядь. Такие, о, прикольно, смотри, третий уровень. Я вам потом покажу, как здесь зиплайны строить, блин. Тут можно вот здесь вот внизу, где этот мост стоит, да? Ну или, допустим, вон та вот зарядная станция стоит. Здесь ставите зиплайн, потом вон там наверху ставите, да, вот там наверху, и потом туда вниз. И все, и просто летите, и подходите, и ну, по зиплайну туда-сюда летаете. Но это без машины, только так, на ногах работает. Сейчас заменим. Сейчас. Так, нам до сюда и хватило. Груз. Где у нас ботиночки? Ботинки. Надеть обувь. Подтвердить. Все. А старые ботинки сейчас переработаем. Так, доставить утерянный груз. Твою ж мать. Давай хотя бы три звездочки закрой. Есть. Получен возвращение в плески. Так, вот видите, мощность хиральной сети, она увеличилась. Было 4640, стало 5200. И вот эти 5200, это вот, допустим, тот мост, он, допустим, сжирает там 400. То бишь 5200 минус 400, блин, 4800. Хотя этот мост, он нахер не нужен. И вы не сможете там построить, допустим, зарядку, либо зонт от хирального дождя, где восстанавливаются ваши ящики. Ну, как бы, какой смысл, да, от этого, блядь, моста? Никакого. Какой-то, блядь, желтый цвет там потом... Так, есть. Теперь доставить основной. Эх, чуть-чуть не хватило до 4 звезд. Ага, вот 4 звезды. Хоп. Получен данное интервью. Так, тоже хиральная сеть увеличилась до 5800. Ресурсы увеличились. Комнате можешь отдохнуть. Так, ну переработка.
старые ботинки переработать. И все, да? 5 штук, 5, 5. Так, подтвердить. Так, сейчас посмотрим, что тут за заказы. Так, для Сэма личных нету. Ну и все, здесь остались заказы чисто такие, чтобы поднимать именно уровень связи, звездочки. Вот. Видите, там с правой стороны пишут риски и что рекомендуется. Через твари проходить, в гору подниматься, скалы, упасть можно, короче. Так, ну нам это не интересно, поэтому мы идем в личное помещение. Так, ребята, ну, на сегодня все. Сегодня я вам показал, сегодня никакого сюжетного задания не было, чисто просто показал вам, как, ну, грубо говоря, логистику, от какого к какому пункту идти, по дороге скипнуть один груз, взять другой груз. В принципе, вот так вот поднимается до 5 звезд, и все. Как бы в следующем видео, я думаю, мы отправимся уже на вторую карту и возьмем основные задачи и продолжим именно наш сюжет. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео. Пока.